Здравствуйте. Сейчас я вам расскажу, как зарегистрироваться в личном кабинете компании «7 драгоценности жизни». Для начала нам нужно зайти на сайт www.7vlife.ru. И после того, как загрузилась главная страница, нужно в правом верхнем углу нажать кнопку «Войти». В открывшемся окне выбрать пункт «Стать партнером». Открылась анкета. Теперь нужно ввести свои данные. Обращаю ваше внимание на то, что первым пунктом идет номер спонсора. Если вы его не знаете, введите просто цифру 1. Далее заполняем оставшиеся поля. В поле email желательно указать действующий адрес электронной почты, так как с помощью него вы сможете восстановить пароль. Введите еще раз свой мобильный телефон. Обратите внимание, что вводятся только цифры. Не забудьте поставить галочку в чекбоксе. Этим вы подтверждаете, что все введенные вами данные указаны верно. Осталось ввести проверочный код и нажать на кнопку «Продолжить». После того, как появилось окно об успешной регистрации, переходим в вашу электронную почту, где в присланном письме переходим по ссылке, чтобы активировать свой аккаунт. После того, как мы активировали аккаунт, заходим опять в почту, где нам присылают письмо с нашим логином и паролем. Вводим свой логин и пароль на страницу входа в личный кабинет. Нажимаем кнопку «Войти». Далее мы попадаем на главную страницу личного кабинета. В личном кабинете нам доступны следующие функции. Вкладка «Мой профиль», «Мои показатели». Здесь вы можете посмотреть свою активность, карьерный уровень, личный объем и ваш статус. Также во вкладке «Мой профиль» вы можете посмотреть свои личные данные или изменить их. Далее вкладка «Моя структура». Здесь доступны 4 подпункта. Первый – «Мой спонсор». Вы можете посмотреть информацию о своем спонсоре. Следующая вкладка – «Моя линейная структура». Следующая вкладка – «Моя цикличная структура». Здесь вы можете посмотреть все свои бизнес-места и легко перемещаться между ними. Для этого в правой части экрана выберите выпадающее меню интересующее вас место. Также вы можете посмотреть, под кем стоит это место, нажав на кнопку «Вверх». И последний пункт – статистика по бизнес-местам. Здесь вы можете посмотреть баланс любого бизнес-места в выбранный период. Следующее у нас идет пункт «Работа со счетом», «Детализация счета». Здесь вы можете посмотреть движение ваших PV. В меню «История успеха» записана вся ваша история. История покупок. История баллов. И история бонусов.
Также в своем личном кабинете вы можете узнать последние новости компании. Раздел «Новости» открывается сразу после того, как вы вошли в личный кабинет. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете написать письмо в компанию.